Алгоритм выполнения внутримышечной инъекции. Подготовка пациента. Объяснить пациенту цель и ход предстоящей манипуляции. Получить согласие пациента на выполнение манипуляции. Усадить пациента на кушетку или уложить. Осмотреть место предстоящей инъекции. Подготовка шприца. Обработать руки. Проверить срок годности и герметичность упаковки шприца. Вскрыть упаковку, собрать шприц и положить его в стерильный лоток. Проверить срок годности, название и дозировку лекарственного препарата. Обработать и вскрыть ампулу. Набрать в шприц нужное количество препарата. Выпустить воздух и положить шприц в стерильный лоток. Обработка места инъекции. Надеть перчатки. Обработать место инъекции двумя ватными шариками, смоченными спиртом. Первым – центробежно или по направлению снизу вверх. Большую зону 10 на 10 сантиметров. Вторым – место инъекции непосредственно место пункции в направлении снизу вверх, дождаться, пока кожа высохнет от спирта. Взять шприц в правую руку, снять колпачок с иглы, проверить проходимость иглы и отсутствие воздуха в шприце, держать шприц срезом иглы вверх, фиксируя канюлю иглы указательным пальцем правой руки. Пункция кожи. Шприц берут в правую руку, направляя его перпендикулярно поверхности кожи, придерживая вторым пальцем поршень, пятым муфту иглы. Левой рукой вокруг места инъекции натягивают кожу. Зафиксируйте кожу. Быстрым движением ввести иглу в мышцу под углом 90 градусов на глубину 4-6 сантиметров, оставляя 1 сантиметр иглы до муфты. Введение лекарственного препарата. Потяните поршень на себя и убедитесь, что кровь не поступает в шприц, то есть вы не попали в кровеносный сосуд. Надавливая на поршень, медленно ввести лекарственное вещество. Извлеките иглу, не прижимая место инъекции. К месту пункции прижать стерильный ватный шарик. Завершение процедуры. Убедиться, что пациент чувствует себя комфортно. Заберите у него второй шарик и проводите пациента. Не прикасаясь к колпачку, снова одеть его на иглу. Положите иглу в специальный контейнер. Thank you.